Упорный труд и многочасовые тренировки юным спортсменам из Южно-Сухокумска рассказали и показали, как добиться успеха. В гости к ним приехал самый титулованный ушу-сандаист на планете, боец UFC Муслим Салихов. Курбан Рагимов продолжит тему. Раз, пару, показали. Раз, выключи там, зашли. Показали. Раз. Подобные комбинации помогли Муслиму Салихову сокрушить уже более сотни своих соперников. 25 лет в спорте, опыт колоссальный. За эти годы завоевано 5 титулов чемпиона мира, звание короля кунг-фу и есть ряд других побед. В своем деле Салихов знает все и делится тонкостями. Именно деталь, наверное, общую вещь может каждый показать. Там много кто может показать. А такие важные детали, это не каждый покажет. В технике, например, исполнения ударов, бросков, есть каждые мелкие детали, которые приводят именно к самому правильному исполнению. А не зная этих деталей, ты не сделаешь правильно. За свою богатую на события карьеру Салихов провел десятки мастер-классов за рубежом. Его нестандартная техника восхитила фанатов Китая, Бразилии, Италии и городах России. Сухокумский приезд чемпиона также не оставил равнодушным никого. Дети с горящими глазами следили за каждым его движением. Салихов, в свою очередь, проверял правильность исполнения. Мне понравилось, как он сделал удар и сразу зашел за спину. Мне понравилось то, что когда он сделал разворот и потом ногой сразу ударил. Это не первый приезд знаменитых спортсменов в Сухокумск. Таким путем администрация города ставит задачу развивать спортивное направление. То, что сегодня приехал к нам Муслим Салихов, это большой, большой пример. Это для наших учеников пример подражания Муслим Салихов. Поэтому до этого к нам приезжали легендарные спортсмены Магомед Ибрагимов, серебряный призер Олимпийских игр, Султан Ибрагимов, Мирза Магомедов, Магомед Джабраилов. И осенью к нам приедет Абдусалам Гадисов, старший тренер молодежной сборной. Поэтому мы будем делать все, чтобы Южно-Сухокумске, наша молодежь, чтобы прививать любовь к спорту. Курбан Рагимов, Мурат Бекбарзов, телеканал ННТ, Южно-Сухокумск.